Итак, здравствуйте, мои уважаемые зрители. Сегодня я приветствую вас на очередном анбоксинге. Как видите, мне пришла посылка из Австралии. То есть, собственно, что она из себя представляет и, собственно, что это такое. Ну, сейчас, в общем-то, в принципе, можно посмотреть. Скорее всего, это игра на первый PlayStation. Ну и давайте я тогда, наверное, сейчас начну ее, собственно, аккуратненько скрывать. Ну и как видим, это, в принципе, земляной червяк Джим. Вторая часть, PAL-версия, без руководства пользователя. Вот, собственно, долго я ее ждал, конечно. Ну и, в принципе, на сегодня это все.